капли крови. Старикам, подросткам, раненым. Док, если они хотят постоять за Германию, они умрут за Германию. Дом за домом, комнату за комнатой. Очистим город от крыс. Это диджей Виджилон, добро пожаловать, и я продолжаю проходить игру под названием «Медаль за...» Ой, «Медаль за...» Ой, нет, «Call of Duty» 5. Или «Мировая война», или «Мир в войне», как там правильно. Так, сейчас поднастроимся. Поднастроился. Совсем. Просит пощады. Ты не заслуживаешь пощады. А, я продолжал. А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь. Вот именно. Я не дождусь, как расстрелять. Извините. Либо он, либо я. Так. Этим и заканчиваются войны, Чернов. Так, что это мне за оружие? Пистолет? Да, это посмело. О, двустволка. Нифига себе. Элитно. Автомат нет никакого. Вау. Все меня ждали, спасибо. Спасибо, спасибо, что подождали. Это они? Это наши. Чуть не выстрелил на. Тише, захватим их. Ачахандахин, чего ты там говоришь? Кому Ред для Ралаги сказал? Где он? Генерале? Из дробышата. Дихахан. Шмахан. Ай. Получихан. Мощно. Товарищ? А, это наш. Так, ну давай вот их возьмем. Повеселее с автоматами-то все-таки. Так. Товарищ? Наступай. Это наш? Нифига не наш. Тот мне больше нравится. Ну, блин. Ой, граната. Ой. Вот это ослепило, надо убавить немножко звук-то, а то уши отвалятся. Какой скорострельный. Берегись! Берегите головы! Здание рушится! Ой, граната, там граната, уйди! Забили меня, это не дают уйти. А, двустолк я брал. Чё, нас тут не пускают? Ни шагу назад. Убив меня, ты не спасешься. Мои товарищи не знают пощады. О, нашего освободил. Красавчик я. Больно. Смотри, мы его освободили, он против них убежал. Хотели убить. Лови. Да лови ты! Какие, блин, упёртые. Ты в кого стреляешь? Вот это с собой забрать нельзя. Чего? А, это, понял. На, забирай обратно. У вас тут ничего нет. Опять двустволки лежат. Мне не нужно. Блин. Из базуки, что ли? Псих! Они психи. Подожди. Так, он немножко разлетается с такой скоростью. О, с базукой, ты чё, псих? С базукой стоит. Граната. Я тебе постреляю из панцир Шрека. То. Сдохнешь ты сегодня. Или завтра. А я могу... взять, да. Да кто у меня там все? Ты что ли живой все? Руки вверх.
Ноги вверх. Кто-то что-то где-то. Голову вверх. Я тут готов. Да не дергайся ты. Нам вниз, да? Бомба. Тайников тут никаких нету. Фу, не видно ничего. Я вообще сел. Вставай. Достигнута контрольная точка. Хорошо. Так. Получи. Да черт. Во мне свинца уже целый мешок. Ух ты. Что-то я жирный такой, что ли? А. Не сдаются, смотри еще. Наш лежит. Чего? Обоим по башке получилось дать. Ау. Спасибо, Кэп. Коммунист, он говорит. Лови. Он не откинулся. Какой терминатор, что ли? Что такое? Ау. Так, что ты бегаешь? Граната, это плохо. Фига, я тут прям около гранаты стоял. Там из базук стреляют. Это норма. Патрон мало. А этого еще меньше. Так, продвигаться вверх по улице, наверное. Ничего не видно, дурдом творится. Ну ты можешь просто сесть. Во. Ой, мне как плохо. Садись. Вот это да. Да, ой, такой медленный. Не, мне надо что-то. А, убитый. Уже лежит. Чувачок. Фига их там лезет. Это на... Ой. Это наш танк был или нет? Вас убило гранатой, следите. Следите. Я... Вообще-то я слежу. Ты чё тут... Как война закончится, Берлин превратится в руины. Что мне тут стрелять? Да ты просто сесть можешь? Чуть не подыхает никак. Да, тут. Вот тут еще. Я, да? Да, их тут немало. Там и наши есть. Ой, блин, граната. Нафиг я с ним шутить не буду. Ау. Так, а где мне оружие взять? Ну, у вас, конечно, автомат говно какой-то медленный. Пулеметы на третьем этаже. Идем.
Так, погодите, не, не отступайте, перезаряжайте. Ой. А, близко к танку, а я ломанулся. Откуда? Серьезно? Фух, мне уже плохо. Что-то я не могу это место никак пройти. Фигня. Слюзное место оказалось. Ой, я по своим... Ой, это гранаты там. Не очень мне это. Винтовка нравится. Ну придется ей стрелять, патрон вообще не. Да они так и будут оттуда вылазить, что. Ой, граната. Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо меня пинать. Ого, нашего сняли. Наш умер, патроны получил. Ну что, это патрон побольше? Ага, побольше. Ух ты, бегает он. Таракан. Прямо впереди пулемет. На третьем этаже. Идем. Да ж ты лезешь. Так. Да что же. Ой. И. Не вижу никого. Ой. Задание выполнено. Добить раненых немецких солдат. Новое задание. А, добить. Живой вдруг еще пристрелит нас в легкую просто. Они также нас расстреливали. Почему я не могу? Так. Не попал. Ага, живые. Черно, что это тут творится? Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг. Какой сдаться? Вы что, сдурели, что ли? Они просто... Сколько раз такое было, и сколько раз они нас не щадили, нифига. Они бы нас прикончили бы, даже не задумываясь. Почему я должен? Так, а, нам туда? Хорошо, пойдем сюда. Привет! Идет. Так, 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 так. А мы уже здесь. Патрон мало. Ой, дождь. Может, она и мощная, но... Патрон-то нифига нет. Опять гранаты эти. Ой, с патронами напряг. О. Открыть огонь!
Еще бы. Так, надо сменить, а то хожу я с ней, толку, патрон нет. Ой, вас тут сколько. Ой, вас тут. А она у меня медленная, как... Блин. Оставаться на чеку. Возможно, они прячутся в темноте. Да я их вижу. Она медленная, поэтому мне и делают. Вагона! Ой. Вот сейчас же и получше пойдет. Патрон у вас тут есть? Почти ничего не вижу. Стулка это. Хотя двухстолк, наверное, будет круче. О, патрон. Загоним их в могилу! Не. Готово. Эй. Здесь все рушится. Больно было. Я забыл, как драться. Патроны сквозь тебя, что ли, пролетают? Они еще и там. О, блин. Граната, блин. Ау. Расстреливают нас, блин, а? А, это просто назад. А это что такое? Просто закрытая дверь. Так, это обходим. Уже патрон опять нет. Собирай. Кто тут прошел? Не бежишь, я тебя вижу. Идиот, говорит. Ау! Это плохо. Откуда они столько выбежали? Кто это нашел? Чё такое? Эти психи хотят нас утопить, что ли? Тут всё в воде. Ты там открыл дверь-то, нет. Мыши? Подожди, мыши оттуда бегут. О, черт! А дверь-то открой! Нифига там! Прячься за эту штуку! Пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах.